В историю московских метеонаблюдений сегодня вписан рекорд, в который не могут поверить даже сами синоптики. На улице весна. При климатической норме минус 7 градусов. Воздух сегодня прогрелся до плюс 10. Растаял почти весь снег. А кое-где и зацвела верба. Это с Атлантики. Пришел очень теплый атмосферный фронт. Таким образом, побит рекорд этого дня 33-летней давности. Понятно, что раз рекорд сразу повышается на 3,5 градуса, 3,5-4 градуса, это значит, что температура просто фантастически высокая. Именно слово фантастически, потому что если превышение на 0,1, 0,2, это более-менее понятно. Но когда вот такие невероятно высокие температуры, это исключительное событие. В начале недели синоптики прогнозируют вообще ни дня без рекорда. Во вторник до 6, а в среду и четверг до 9 тепла. Затем теплый фронт продвинется в Сибири, на Урал, а в столичном регионе постепенно похолодает. Так что Новый год москвичи встретят все-таки с морозцем или даже морозом. В праздничную ночь предварительно обещают минус 20.